Друзья, какая погода! Всем доброго, доброго, светлого утра! Вот такая у нас погодка, просто волшебство! Хочется жить. Это мои тройняшки. Они как мы, сестрами. Я Вайт, Ангелика это Веста, Анушек это Вита, копия. И похоже также. Жесть. Я красавчик. Тошка спи. Давайте отпустим его на улицу. Сбегу. Молодец. Суета! Суета! Пойдем, Тошечка, пойдем. Иди бегай. Иди покайфуй. Потом придешь. Так не балуйся. Давайте, сиди, гляди. Главное, сыты. Не голодны. У-у-у. Камни нравится. Убирать. Как говорится. Нога. Нога, блин. А что вы? Что вы вообще? Потерпеть не варит? А вы терпите. Ах, чари миду. Ирагирина. Дона девочона. Доновым хозом полно. Молодцы, сегодня все гуляем, кайфуем, покоряем этот мир. Мир грез, ой. Ну да, 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 тише, тише. Тише, люди, ради бога, тише, нельзя. Подождите. Все еще будет. Эй, ну подожди, малышка, ну подожди. Короче, пошел я тоже туда-сюда купаться, одеваться, движуху наводить. Молодцы. Ты так. Хоть вот это не снимай. Местный вариант шашлыка. Турка Али. Все. Это чисто для меня. Собакам тоже уже взяли. У самой деловой. У Гули. Это примерно как лысый хищник этот. Как его говорят? Блин. Мага. Магомед Исмаилов. Смотрите, это сестра Магомеда Исмаилова. Любит, с ней шутить нельзя, через прогиб может. Люди скажут, как этот, как будто зима. Давай Давайте все. Ладно, друзья, больше снимать не буду. Остальное только за деньги. Если заплатят. Ребят, сегодня всех глистогоним. Собак. И кошечки тоже взял. Да, 5 месяцев, да. Угу. Я расслышал. 5 месяцев. Ну что, ты ждал, Тошка? Ну что, не уходишь никуда? Да ты надо. Так, листогонки всем взял. Так, теперь что нам надо? Тошка, ты не заходишь, имею в виду. Так, подожди, нельзя. Да что вы двигаете? Там дверь, тише. Подожди, ну! Что такое? Что за невоспитанность такая? Тихо. Так, а он нельзя. Кто? Нельзя. Ты сейчас тоже, да, переоденусь, а то меня сейчас тут они с ума сведут. Мясо взял, что только не взял. Волкан взял, емкость для питья пищевую поболее взял. Сейчас. Что, дорогие мои, любимые мои, питбульчата?
Друзья, заходите в телегу. У нас в телеге тоже суета происходит. Так, да, да, тише, 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 тише. Так, я переоделся. Теперь я в боевой готов. Так. Так, так. Ким и колобок. Тише. Кимка, колобок. Валер. Кими. Кими. Быстрее мясо буду давать. Давай, давай. Завтра, да, с утра про глистогон. То есть сегодня мясо. Я не туда бы задолбаю. Иди сюда. Да мясо будет тебе сюда. Смотри, когда вот не нас забегает. Да. Да ты посмотри. Сюда идите. Нельзя, Тимка. Эй. Да что вы, блин? Посмотри, что они творят. Идем, нельзя, Кими, нет. Кими, ладно, давай обманем. Кими, иди. Молодцы! Тю-тю! 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 Тише, тише, упадешь. Кими, иди сюда, Кими. Сюда иди, Кимка. Иди сюда. Так, а ну разбежались. Уйдите отсюда. Кими! Кими! Сюда иди. Так, уйдите. Там человек захотел. Кими, давай, Валер. Хочет Кими забрать. Но. Кими, а ну иди, Валер. Давай. Вот. Все, на все готов. На все точно согласен. На ну, на мои условия. На стерилизацию. До отправки. У меня за его счет все. Там попросил, чтобы видео снял, где она будет жить, какой вольер, летом вольер, там кобель еще 2 года. Ни навязки, ни на что. И вот сейчас это все узнаю. Как только отправит, тогда дальше будем говорить. Так, сейчас снимем телегу. Бегом. Так, скоро у нас 800 тысяч, наверное, уже 800 тысяч будет, пока на это видео будет на YouTube. Так, у нас Тошка дома. Нельзя, уходи. Тошка, залетай. Тошка, залетай. Тошка, нельзя! Что такое? Прыгаете сразу на Тошку. Так, друзья, сейчас мясо взял, глистогонка, все у нас есть. Да отстаньте вы от Тошки, ёпка, молодец. Так. Дай мне джазу. Это у нас Тошиба, а не Тошка. Так, все, пойдемте. Нюхайте, нюхайте. Обманули, дуры. О, ребят, много чего взял, был в городе. Вот сейчас приехали. Так. Тошка ждал на улице. Тошка, ты где? Тошка, ну отстаньте вы от него, негодяи, пока вам Тошка не насувал. Ну ты же, ну что за прыжки, молодец, Тошка. Пойдем, малыш, пойдем от этих крокодилов, уйдите. Так, сейчас мне куча дел на сегодня, даже, завтра 23-е, всех, наверное, уже с наступившим. Друзья, все с праздничком. Мужчины, с праздником всех. Это у нас, друзья, особенно военнослужащие, кто защищает наше мирное небо над головой. Знаете, кто-то говорит, только поздравлять можно, типа, тех, кто служил. Но я, например, не служил. Ну и что, это не мой теперь праздник, что ли? Я вообще не должен. Я вообще не должен ничему, это праздник в России для мужчин общий же. Женщины тоже не все служат. Так, ладно. Так, ладно, я продолжу, у меня сейчас руки будут заняты. Мясо, не мясо. Нельзя, подождите, нельзя. Сейчас я вам покажу, что я взял.
Мясо взяли. Вот это для волков. Вот это кусочек срежу, чтобы вода там была, чтобы они не купались. Вот удобно. Потому что взял тот, они там купаются, пачкают. Это пищевая, отлично. Вот так сейчас срежем, воду наполним. Вот так привяжем, чтобы никуда не унесли. Так, это мясо, требуха. Вот это домой взял. Вот это стоит 500 рублей на 15 литров. Пищевая для воды. Потому что у нас налет. Это на... известковая вода, в общем, чайники постоянно портятся. И специально вот буду набирать воду, а то по пятишке постоянно покупаем. Снежана, в общем, только так чай делает, из, ну, из покупной. Будем экономить. Так, это мы взяли. Так, там еще взяли для глистов. Точнее, от глистов для нашей банды. Взял там всякие. Ой, документы, короче, все, что хотите. О, куча. Кошки тоже то взяли, вот, тошку всем тут. Как волкам давать сейчас проблема. Загрузили меня на мясо. Обычное, человеческое. Говядина. Кто делал из говядины шашлык, пишите. Ну, понятно, что наши братья-мусульмане, они всегда едят говядину, шашлык. Я редко ел. Я однажды ел, мне так понравилось. Больше, чем со свининой. Надо знать, как делать. Пишите рецепты, пишите, как вы маринуете. Прям интересно. Чтобы получился несложный маринад, но вкусно. Там всякие детали, изюминки, чтобы знать. Ну все, сейчас начнем кормить. Уже сегодня не буду глистогонить. Наверное, уже всех покормлю мясом. А завтра уже будем с утра сразу глистогоночку давать. Завтра ламинат мне привозят к 11 часам с Краснодара. Все, погнали, в общем. Так, теперь эти идут гулять туда. О, мне морозильник надо, я же его отключал, весь там потек. Сейчас генеральную уборку морозильника, ужас. Вперед, банда, газуем. Так, отпускаем Спайк. О, сейчас Начик приедет. А Начик и Спайк — это несовместимость. Так, надо сейчас... Сейчас это будет опасно. Вот видите, на одного человека агрессирует, я уже под страхом. Тошка, да, малыш. Ну что я могу тебе еще дать? Я не знаю, так и... Подвинулись. Так. Не надо, чтоб Начик не зашел. Делайте, говорит, кофе, не спрашивай. Я работаю, занят. Не спрашивают, есть ли я сейчас кофе делать, я сейчас приду. Говорит. Я говорю, хорошо, что еще скажешь. Не переубедишь. Так, давайте мясо, блин. Мне ж там реально надо. Морозилку чистить. Нельзя, Кирка. Вот так, всех людей любит, все нормально, а вот с Начиком. Я не думаю, что он кинется на него, но недолюбливает конкретно. Кто умеет так уже сейчас помешу. Кто так умеет? Это от крышки осталось. Не, да это не то, это не то. Друзья мои. Опа. Вот так вот. Все. Вам нельзя давать ничего. Жрете все. Чтобы вы понимали, Тиара рядом стоит все равно. Потом говорите, что у меня пяты невоспитанные. Порвать хотят. Ну вот и весь расклад вам. Там... Кто может дворняжку привезти в стаю питбулей? Ее нормально принял. Без реакции, им все равно. Каждый занят своим делом. Они знают, что распорядок у нас мирный должен быть. И все. А сейчас только одно мое желание, и все тут совсем по-другому. Вообще, собаки не зря говорят, похожи на своих хозяев. Вот, например, у меня и волки очень добрые. Хоть они и волкособы, но все равно они добрые. Нет. Смотрите, как он делал.
Ну иди сюда, поторщи. Иди спать. Да-да, вот этот походняк спайк. Как у графа. Малость, малость. Малость. Что им надо, да? Это иди твори. Пора, что вы там делаете? Мы все видели. На песочке они играют. На песочке они играют. Что? Да, идите бегать. Ау, этого кабана на этого. Тут ж. Кабаны. А? Так. Так, Багира, Муса, а ну вольер. Куда? Вита! 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 На выход. Без... Вита! Вита! На выход. Багира, ты куда выходишь? Иди сюда, Багира, иди сюда. Молодец. Давай быстро на выход. Молодец. Вчера убирал какашки, сегодня опять какашки. Так, стоп. Я вам сейчас дам. Пойдемте хавать мясо. Я буду сейчас морозильник разбирать. Там это... Там все, мяса нет, но там все потекшее, я выключал на зиму. Сюда идите, быстро, сюда идите. Вита, юп, Вита, а сюда идите быстро, иди сюда, Вайт, иди сюда, Вайт, иди сюда. Мясо вам будем давать, а вы балуетесь. Нельзя. Хрустят, жуют. Пойду до волков посплю с ними там где-нибудь. Заберу. Чё? Я к вам шпать, дети мои собаки. Скучали. Луна, ну, нашла, где закапывать. Я туда сесть хотел. Вообще-то. Блин, какашки. Вот. Блин, здесь какашки. Я хотел так облокотиться и спать. Вот вы тоже накакались здесь обязательно. Подожди, я уйди. Обязательно здесь надо бы какать. Почему здесь хочу с ними поспать, чтобы это... Что? А, на какашку наступила ж? Это, уйди от меня, какашкоед. Ой, какашка-ступ. А вон там внизу сейчас. Ты что-то спать захотелось резко. Пойду там прыгнем. Я как раз привыкну ко мне больше. Как раз завтра глистогонка. Ой, я вот тут буду отдыхать. Я вот тут буду отдыхать. Я вот тут буду отдыхать. Так не прыгайте на меня. Так, сейчас поудобнее приносичусь. Ой, так вот будем теперь традиционно это делать. Завтра глистогонит меня. Меня бесит, что я не могу с ними нормально контачить с молодняком. Вы поели хоть? Вы поели? Ой, как здесь? Здесь просто вот так лечь и кайфовать от просмотра этого. На их поведение. Класс, да? Там, где мне удобно будет.
понять, сейчас я сделаю тут, лягу нафиг вообще. Я уже придумал, как это сделать. Смотрите, вот это вот максимально двигаем. Вот так вот делаем. Вот так вот. Удаляйся место наше. Ой. Так вот. Все. Друзья, я отдыхать буду. Пусть волки вокруг меня ходят. Ой, какой кайф, друзья. О, вообще как хочешь. Да, мне по кайфу у вас, а вам? Пока не холодно, посплю, короче, включаемся. Блин, забыл контейнер для воды принести. Сейчас чуть полежу, потом пойду. Афинка подгавкивала. Да еще минуты, не две минуты максимум прошло. Вообще надо этот сделать, слушайте, здесь типа домика. Ты боишься? Офигеть. Это не боится, они по очереди. То одна боится, то вторая перестает. Ой. Просто на ее взгляд, а это что-то красивое получится. Ой, Афинка тоже залезла. В мире животных, друзья. В мире животных. Это кайф. Это мечта, наверное, любого, кто любит животных. Пришла Луна, на меня запрыгнула, пока я спал. Чё, Лун, без меня не живётся вам спокойно. Ой, спину ломит, пси. Может, вам люк открыть? Будете купаться летом. А потом закопала, Афинка закопала мясо. А не Тайра там закапала. Вот волки, да? Питбули бы уже перегрызлись. Вы так сами по себе без контроля. Волчар. Однако это волчар. Боится, хочет, но боится пройти. Ба. Это лапинка. Ба. 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 Б. Это тревога. Б. 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 Ты меня дедушка научил. Б. 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 Пропали волки из виду. Афина, трусишка. Афина, 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 трусишка, Афинка, трусишка, Афина. Что случилось? Афинк? Чё, Тайра, не отдашь мясо никому? Волчья заточка красивая, Тайр. Тайр.
Привет. Так, ладно, выключаемся. Афиночка, малышка, ты чё? Сколько времени вместе были, лечили тебя. А ты вот это боишься, когда разговаривал, ей увереннее становится. Б, б, убегай, Афина, б, 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 б. Да ты что? Волчи, волчары мои, да волчары. Вообще-то я спать хотел. А я в ргете лежит, кайф. Молодец, Луна их уважает уже. Лун, я за тебя ищу. Окей, ты за меня, за тебя. Чего, мяса не хватило, я же всегда вам с запасом даю. Питы столько не едят. А вот я ябрик пришел. Чё морда моя? Ой, я чуть перебазировался. Посмотрите, они как грызут ветки все. Давайте нашу прославу. Это ваша тень. Ой, вот тут уже получше. Ой, здрасте все. Ой, здрасте всем. Всем здрасте. Всем привет. Чё, папа вышел, вы увереннее стали, Тайр? Вот так вот. Что-то неинтересного, однако. Ой, эти два яблоки, что ко мне забрал. Он на меня залез. Ти, машине, ти, лесной зверек, посмотри, у него тут такая крыса. Не. Я. Вы любите меня, я знаю. Завтра все глистогоны. Это такое лайв-видео спокойно. Ой, а жопу-то притёр. А жопу-то притёр. Любят меня, любят. Это полпятого кормёжка на щенков раньше стояла. Сейчас отключу, я уже запарился. Я уже знаю, что сколько времени, когда будет тянуть. Кормёжка, 16:30. Сейчас, пока вы любуетесь, я буду удалять этот будильник. Всё, наконец-то. Там питбули меня потеряли, забыли. Хорошо, что я кому-то нужен, да, Тайр? Ой, блин. Ой, тихо, не упасть. А ты не допрыгнешь, да? Ой. Не хочу я с вами здороваться. Да, блин, бэмси. Взяла песок, мне загнала.
Так, ладно, пойду воду. Ладно, пусть погуляет теперь. Прошу вас всех. Прошу вас милости. Побегайте, мои пацаны. А чё, раньше прыгала, перепрыгивала раньше. А сейчас ждёшь. Я тоже так могу когда-то. А чё? Ты же у нас прыгучая. Да ты что? Давайте. Кстати, я придумал, чтобы рукой не давить. Вот сюда давишь. И спокойно открываешь. А дальше сами. Давайте, я вам помогу чуть-чуть. Давайте сами. Думайте сами, решайте сами. Иметь или не иметь. Думайте сами. Молодец, давай, открывайте дверь. Давай, кто-то думает. Молодец. Давай. Не, вообще-то я тут открываю вам дверь, а вы там... Вот так они точно теперь поймут. Для первого раза. Луна, не, открывай. Я почти открыл, посмотрите, там щель какая. Во, давайте. А Яврик, иди сюда, иди открывай. Давай, иди гуляй. Идите гулять. Да. О, молодец. Вот так открывай. Мать, это что было? Да, иди, малыш. Вот это я заснял, ребята. Не хочется над этим смеяться, но это реально. Надо в сторис это кидать. Ну, сейчас прикол в телеге расскажу. Сейчас, Афина говорит, сейчас я подойду. Афин, иди, моя тёлечка моя. Привычная обстановка, здесь она мне чаще. Привычная обстановка. Тайрунька. Ой, Афинка, блин. Короче, ладно, тогда меня тоже не Агоп зовут, а Коп меня тогда будет звать. Раз я путаю имена, нет. А это нельзя сюда вообще-то. Там и Тошка, и Картошка, и Тошиба, что хочешь. Так, все, вы сегодня гуляете, уже хватит. Пусть волки погуляют, я пойду воду ему установлю. А то в ведро, что там, 15, максимум 12 литров. А там 48 вроде. Кстати, хотите с волками погулять? Я такую дам вам возможность. Помочь. О, цепочки, не теряем, а то туда Ванесса потеряла, я искал. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. А чё ты дыбом, Ванесска, ой, Витка испугалась, а ты не бойся. Тебя никто не обидит. Ванессы нет, она под счастье сейчас. Надо почаще детей отпускать с волка. Афин, это испугалась Витка. Витка, ты красотка. Цвет, блин, цвета шикарные, конечно. А, они ж уже бегали, цепочки, не теряй. Я сделал на этот раз нормально. Должно быть. А чё все убежали во волки? Шакалы.
Гуляем на травке. Сколько я на это поле потратил времени, денег. Просто. Чего тебе? Играться хочется? С питбульками. Добрая Афиночка. Котик, котик. Не, не выригивай, не выригивай, тварь. Зачем, блин? Ки, быстро домой. Нельзя. Афина, ну молодец, ты как аяврик. Уйдите, блин, я вас кормлю. Щенки вы кушали. Так, домой, бегу. Блин, все, что съел, она... Вот это я не ожидал. Не ожидал. Вот такие волки у нас, блин. Тетю. Так, надеюсь, она съесть пошла. Ой, короче. Вот молодец, ну молодец. Взяла все. Я что, зря? Вот теперь иди там кушай. Молодец, Афина. Любишь их. Афина, бегом иди кушай теперь, бегом. Вот коза. Радостно, но не радостно, что... Сама голодная, блин. Еще и завтра глистогон. Да иди ты съешь свою. Интересно съест. Да, ест. Ест, отлично. А никто твою слюну есть не будет. Тайра, уйди оттуда. Все, пусть Афина кушает. Да, есть, есть. Вот тебе контент бахует. А? Ой, мои, да подожди, айфон тебе рано. Муж купит, да. Красотки. Называется джунгли зовут. То вот это кушала, не подпускала. Теперь это я с ней подпускаю. Дал им хрящи, чтобы они зубки чистили. Бедодики мои. Где красотка? Ты близко подошла к ней. Вот то вот человек. Гладит, все спокойно. Травля, травля. Так, нельзя. А как вы там вместе кушали все в одном вольере, а? Негодяи мои. Так, ладно, бегайте. Хрен с вами. Пошел я в воду меня. Тошка на одной ноге припрыгивает постоянно. Танцует. Цирковая собачка. Тише. Да все вы любите меня, я знаю. Ну знаю я, вы все хорошие, все хорошие, все, все хорошие. Дай я посниму. Звезды в Африке. Я в капюшоне, да, спать? Что ты хочешь, ты барбош, что ты хочешь? Барбош, что ты хочешь, ты спрашиваешь. Ну потерпи ты тоже, потерпи. Молодцы. Афин, все, контента хватит на сегодня. Может, больше ничего не вытворим. Ой. На свет повырубать тогда включал, ночью работал.
Поработаю часик, неделю, свет включенный, бывает годами. Афинка, ты не ругайся на меня, малышка. Я просто за тебя, что ты поела, поругал тебя, что им дала покушать. Да ты моя сотя, мои добрые мои. Да вы мои все добрые. Вы мои все добрые. Вы мои все классавчики. Обычно кормлю вечером, а тут днем, да? Я отпустил, что-то не подумал, забыл про волков. Что они у нас очень внимательны к детям. Чужих детей не бывает, да, это про вас. Преданные, не изменяют. Пары делают до конца жизни своей, ну, нельзя, малышки. Ничего, потом я вам сделаю этот. Пойдете до волков на каникулы, я вас на целый день отправлю туда. Блин, только желательно под присмотр. Так, я переодеваюсь, позвонили, теннис погоняю. Так, ну всех накормил, я свободен. Единственное, волков закрыть сейчас. Переоденусь уже. Чистых вещах был. Почему хочу закрыть? Думал, отпущу, потом не дай бог перепрыгнуть к соседям. Что-то натворят. Не дай бог. Когда дома, хоть не так переживательно.